Тариф не поднимут. Закрытие Сургутского полигона «Природа» не скажется на стоимости вывоза ТКО для жителей. Об этом журналистам «Сургут-24» рассказал руководитель подразделения «Югры экологии» в Сургуте и Сургутском районе Виталий Якимчик. Сейчас мусор из нашего города отвозят на полигон ЛТД рядом с сельским поселением «Солнечный». Расстояние от города до нового места складирования отходов практически идентично протяженности прежнего маршрута. Именно поэтому тариф для жителей не изменится. Вчерашний день город Сургут пережил уже с другим полигоном. Я надеюсь и уверен, что ни один гражданин этого не почувствовал. Заранее были проведены все подготовительные мероприятия на полигоне ЛТД. Руководство полигона ЛТД их провело. Соответственно, все было подготовлено, и весовой комплекс, и, соответственно, созданы электронные карточки на каждой машине, подготовлены, соответственно, дороги. Все было сделано, и поэтому никто ничего не почувствовал. Напомним, что официально полигон «Природа» закрыли 6 сентября по решению суда. Долгое время этот шаг откладывали из-за отсутствия альтернативного места для складирования отходов. Также непростой была орнитологическая обстановка. Мусор привлекал птиц, а полигон находится всего в 15 километрах от аэропорта. Теперь в ближайшие годы площадку обязаны рекультивировать. Разработан проект по рекультивации. Данный проект должен к концу сентября пройти главгосэкспертизу. В среднем подобные объекты, процесс рекультивации занимает 3-4 года. Первый год подготовительный, полигон находится в стадии стагнации, так скажем. Потом уже непосредственно будут, согласно проекту, составиться очистные сооружения.